Всем привет! Сегодня зашли в Фикс Прайс. Здесь у них вот такие интересные новиночки. Дракончика. Зелененькие. 116 рублей. Шарики. Веточки традиционные. Домик интересный. Светильник. Думаю, я вот такого дракончика возьму. Симпатичненькие елочки, паровозики можно сделать коллекцию. Вот это вот вообще тоже интересные девочки, ангелы. Кружки новогодние, рукавички. И мне еще понравились вот эти вот елки. Довольно интересно смотрится, можно на работу взять. Так, что у нас еще интересного есть? Пока у нас лет дождь, и пока новогодний... О, вот это вообще прикольные гномы такие. В прошлом году, по-моему, тоже были. Только на ножках. Венки. Дедушка Мороз. Шары. Ленты. Таблички. Так, есть что повыбирать. Гирлянда новогодняя 2 метра. Вот шарики тоже интересные. Как интересно она светится. Шарики, гирлянда. Девочки красивые. Такая же новогодняя суета. Красота. Формочки для выпекания. Можно вкусняшек напечь. Спрей. Шары. Вот мне очень нравятся эти мелкие шары. Если взять небольшую елку и украсить шарами, будет очень замечательно. Елка такая 149 рублей, в принципе, нормально. Веночки. Дождь. Такой новогодний кружок. Там что-то плести можно будет. Ну, то, что он тут интересно так выглядит. Очень нравятся вот эти вот веточки, если придумать какую-либо композицию. Ну, нет, я не хочу. А вот такую вполне возможно взять, да, елочку повыбирать. Не, ну, венки. Ну, конечно, немножко облезшие. Живая? Нет, не живая. Выглядит как будто живая. Это вот очень классно. Ну, добавить чем-то еще интересненько, пофантазировать шишечки. Елка декоративная. О, какая маленькая. Вот это довольно интересный дедушка на лыжах гонит. И смотрите, какая интересная гирлянда, домики. Ну, на батарейках она, в принципе, мило смотрится. Как она только горит бы, посмотреть, было бы неплохо. Примера нету. Кстати, уже одна осталась. Вот так. Интересно довольно. И мне вот понравились еще шарики новогодние. Взять ей лампу. 2 метра. Интересно. Это тут деревянная какая-то гирлянда. В принципе, есть что посмотрите. Тоже маленькая. А, новогодняя лента. Это не светящаяся. Небольшая снежная кружева. 2 метра. Такие вот интересные гирлянды. Я их раньше не видела. Шишки. Можно сосенки сходить. Вот. Такие гномики очень классные под елочку. Ангелок. Можно повыбирать новогодний набор для творчества, что мастерим елку. Здесь можно позаниматься. Носки новогодние. Подвеска. Ну, больше этот на прихватку похоже.
Вот елочки все равно очень красиво смотрятся. Подумаю, может быть, возьму. Можно взять на работу, например, украсить стол рабочий. Вот эти салфеточки 100 рублей. Красненькие. Так, тут вроде я вам все сняла. Хлопушка и шарики. А, и как в прошлом году были вот такие тоже коробочки для подарочков. Интересно. Так, ценник такой. Новогодняя избушка. Что вот интересно внутри? Печенье новогоднее. Тут конфеты. Дракончика пока только взяли. Больше нам ничего не присмотрелось. И тут тоже вулканы детские пошли, не подарки. Вот такой небольшой обзор получился новогодних декораций в магазине Фикс Прайс. Всем спасибо за просмотры. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пишите, что из этого можно взять, что вы берете. Всем пока-пока!